Всем привет, с вами Тимпос, и мы продолжаем играть в игру Europa Noir 6 и проходить кампанию за Австрию. У нас третья миссия за австрийцев, Battle of Ulm. Наверное, так это читается, я не уверен. Прошлую миссию мы прошли на 2 звезды, но надеюсь, что в будущих миссиях нам будет вести чуть больше, хотя это маловероятно. Ага, задача нам защититься. 20 ходов у нас есть на все про все. И хотя бы одну ключевую точку сохранить на конец 20 хода. Ага, давайте сейчас осмотрим, что у нас здесь есть. Я, по-моему, эту карту помню. Мы, значит, владеем только одним городом, это Мюнхен. В идеале нам нужно Нюрнберг захватить. Ох, какие вы интересные вообще. Значит, еще и город захватить надо. Обалдеть. Ну ладно, будем пробовать ваши задания выполнять. Как по мне, очень это будет проблематично, конечно, сделать. А где у нас хоть какая-нибудь адекватная пехота? Это кто? Я их по внешнему виду не отличаю. Элитная легкая пехота. Если честно, я вот как-то к ней равнодушен, к этой элитной легкой пехоте. Мне больше гренадера нравится. 65, 25, 290. 65, 25, ну ладно, они мощнее. Ну давайте на элитную тогда легкую пехоту. Ну блин, на города нифига не фигачит. Нифига не фигачит, вот я придумал. Ладно, пусть будет Гейтс сюда, и сюда поставим Клинтона. Так, здесь Журдан уже стоит. А кто у нас еще остался? Я постоянно забываю. Этот флотоводец. Давайте его на кавалерию какую-нибудь поставим. Пусть будет хоть что-то от нее полезное. Венгерские гусары. Блин, вот я не помню. Они в градации класса войск где находятся. То есть они хорошие или не очень. Ну, такие себе, я вижу. Да, лучше, наверное, что-то посерьезнее заказать. Ну да, это какая-то легкая пехота, легкая кавалерия вообще. И стоит дорого. А за счет чего она такая дорогая? То есть, смотрите, ланцеры, они во всем лучше. Может, какой-то перк есть, я не знаю. Вот что это. Enemy has a curtain possibility of being unable to... Не знаю, что это. Это есть у всех. Ну, в общем, какой-то бесполезный отряд, честно говоря. Ладно, смотрим, кто у нас есть еще. Вы кто? Мушкетный... Ну, конечно, сюда поставим. Давайте. Фолсона пусть стоит здесь. И у нас автоматически мушкетная кавалерия стала чуть-чуть более привлекательна для меня. Несмотря на то, что я кавалерию не люблю. Так. Нам нужно такой баланс удержать между атакой и защитой. Ух. 421. Понятно. Ну, давайте тогда арту просто нашими венгерскими гусарами пробуем вынести. А город мы не покидаем. Сидим в городе. Да, интересная задача у нас. Интересная. По сути, нам придется Прагу по ходу отбивать, потому что я банально не успею добежать до нее. Так, естественно, нужно вражеский форт как можно быстрее вынести, потому что он нам будет определенно мешать. Вот, и куда мне двигать войска? Давайте поможем Праге. Идем на север. Идем мы на север. Ну, давайте сюда. Здесь просто стоим, пока ничего не предпринимаем. Мочим арту. Она нам еще не отвечает. Замечательно. Так, у нас есть бабки. 215 монет. На что нам их потратить? Я хочу купить еще арты. Пока это сделать не могу. Потратить нет. Плюс 3 будет прирост. Маленький слишком. Нет, наверное, не буду этого делать сейчас. Наверное, воздержусь. Гренадеров заказать может. Давайте, короче, мы пехоту... Ну, блин, на свежий бункер я не хочу пехоту отправлять. Хотя... Давайте направим. Или арту еще закажем. Блин, тут меня колбасит, так я не могу определиться. Эх, была не была. 57. Так, французы начали атаку или нет? Я не понимаю, что они делают. Вот, тебя мы окружим, товарищ. Стреляем здесь из артиллерии.
элитную легкую пехоту пускаем на вражеского генерала. А он, блин, не слабый, однако. 57, хорошо. Пока все более-менее идет по плану, насколько это возможно. Если бы план у меня еще был, было бы замечательно. И 50. Не добил. Жаль. Весьма прискорбно. Так. Ну, давайте здесь добьем таким вот образом. И надо бы помочь нашим союзникам. Сколько? Чё так мало? Вы чё? Попутали что-то? Давайте добьем. Да, слава богу, здесь добили. Хорошо. Хорошо. 10. Не прочитал. А, захватили город. Так, вы что творите? Попутали? А ну отдавайте. Отдавайте, кому говорят город. Вообще, страх потеряли. Ишь ты. Удумали что. Опа, на русские пришли. Здрасте. Я вас очень рад видеть. Кутузов. Очень приятно, Кутузов. Меня тоже так зовут. Ёптерный театр. Это очень вовремя. Это прям вот... Вы угадали, что я хочу. Ну, давай сюда. Давай, иди сюда. Сорок. 36. Вот здесь надо бы как-то сменить немножко свою позицию. Не очень выгодную. 43. Ну, такое себе. Ага. Ясно все с вами. Ну, город я вам не сдам. Это вы не надеетесь. Как минимум две звезды я здесь получу. Вот. Что хотите, делайте, но я вам... И их не отдам. Мои звезды. Только вас до хера так? Немножко. Немножко-множко до хера. Двадцать восемь. О как. Моего конного генерала вынесли. Ну, это был, правда, адмирал. Ну, не суть важна, его же вынесли. Вот, а как бы мне здесь поступить? 54. 19. Здесь ставим рифлмена. Вот так. 33. Русский, давайте, подтягивайтесь. Чего вы там медлите? Царь-пушка. Настало твое время, давай. Показывай свою мощь. 20. Тебя мы убираем. Ставим здесь код поприличней. А, блин. А что так денег мало-то у меня? 144. Ё-моё. Ополчение придется поставить. Слушайте, я на это не рассчитывал. Я думал, сейчас это... Нормально все будет. А ну во как. Так. Фу-фу-фу-фу. По кому пальнуть? По кому же пальнуть? 22. Давайте по арте пальнем. У меня Кутузов, в принципе... регенерируется. Вот откуда ты взялся здесь? Я про конного генерала. С хрена тебе здесь надо? Вали отсюда. А чё я артой по нему не бью? Действительно. Зачем, если можно сливать пехоту? Так, вы тут никуда не собираетесь идти. Прага опять пустая. Ну, благо противник один, это французы. Хотя можно для остроты добавить еще, конечно, швейцарцев в эту кучу. Но я этого делать не буду. Так. Вот зараза. Хочется как-то поинтересней врезать им. А, чё я туплю?
Ну, так будет вполне интересно. Ну, чем... Чё не так? По-моему, нормально. Вот тебе 73 плюху. Нам нужно за оставшиеся 12 ходов Нюрнберг захватить, и будет все замечательно. Так, давайте гыцнем по вражеской арте. Разочек. Я выйти хотел. Ладно. Не получилось. Было бы неплохо, если бы у русских еще подкрепление пришло. Я был бы рад. Во как. Так, ну палим, конечно, по дальней цели. В данном случае по кавалерии. Так, кому можем мы вынести? Надо бы об кого-то убиться. Вот, наверное, мы убьемся вот таким образом. Нет, не убились. Ладно. Ну и ладно. Я буду здесь свежие отряды ставить по мере возможностей своих. О, мы вынесли ихнего генерала. Это хорошо. Это замечательно. Потому что теперь мы можем пойти наверх. Вот сюда. Так, из города мы не уходим. Этих ребят я пошлю вот сюда, в атаку. 16, 10, вынесли, супер, супер. Так, у меня есть церковь? Нет, я строить ее не буду, значит, отряд можем смело суицидировать отсюда. Ну, по городу, я не знаю, надо ли не надо, давайте по городу, да, ударим. Это же гренадеры все-таки, пусть какой-то урон нанесут. 13, 18, ну, такой себе урон. Конечно. Так, что с Прагой? Четырнадцать. А вот здесь я хочу чуть дальше встать и ударить по дальнему отряду. Да, вот так я и хотел сделать. Ты идешь назад. Здесь я ставлю рифлмена. Хотя лучше, конечно, прокачать здесь город, наверное, на уровень повыше, чтобы он был. Так, генерал, уходи. Ты мне здесь не нравишься вообще ни разу. О, это хорошо. Это приятно. Все, все силы на север, короче, идите. Давайте, фигачьте. У вас 10 ходов, чтобы Нюрнберг захватить. Так, что у нас здесь? Эй, а если я хочу отступить, вы мне аж сюда предлагаете это сделать? Давайте мы вот так сделаем. И тебя поставим... Нет, это плохая позиция. Ну, давай сюда. Рифлмен, отлично. У нас стоит. Это у нас. Подожди, а где? А, Кутузов здесь, а это у нас. Забываю, Журдан. У него нету лечилки, поэтому надо как-то по-другому встать здесь. Нет, это не то, что хотел сделать. Что если так? Ладно, пусть пока стоит там, я еще не придумал, что с ним делать. Вот, а здесь у нас куча мала. Давайте их, не знаю, окружать как-то, что ли. Мы, правда, тут особо ничего не сделаем. Поцарапаем слегка их оборону. Просто для общего лоску, так сказать. Так, здесь есть опасность, нет? В принципе, я думаю, что город с одного раза не захватит, поэтому давайте вперед выдвигаемся. 30.
13. Пока я не хочу здесь никого заказывать. Лучше накопим на гренадеров отряд. Эй, по пушке ударим, ладно, фиг с ним. 40-21. Невелика потеря. О! Опа-на! Опа-чё! Все. 3 звездочки нам гарантированы. Я вам города не сдам. Идите нафиг. Идите вы далеко и надолго. Во! Замечательно. Хрен вам, они города мои. Так, надо вражеского артиллериста тоже вынести. А то он мне здесь всю малину портит. 49. Куда? Куда тебе? Куда, куда, куда? Ну, больше вариантов не вижу. 44. Нормально. 22. Нормально. Так, врагов здесь нету. Это вообще зашибись. Так. Пока мы держимся молодцом. Главное, нижний город не проебать. Вот Мюнхен. Слушай, я это могу. На раз-два вообще. Ну, куда ты пошел? Дурак, что ли? Так. Сука, я не это сделать хотел. А, ладно. В любом случае умер. Так. И здесь рифлмена. Давайте все-таки закажем здесь обычное ополчение. Пусть просто стоит, а то я нервничаю, каждый раз озираюсь назад. А мне это не нравится. Хорошо. Хорошо пошла. Так, союзники, вы разберетесь с вражеским артиллеристом, надеюсь. Промазал. А, попал. Суициднулся. Так, еще 7 ходов. Пока держимся. Пока все более-менее нормально. Сто 21. Вот так. Раз и нету. Так, ну пока держимся прилично мы. Без явных каких-то прогибов по позициям. Если так можно выразиться. Тридцать три. Ну давай добьем тебя пушкой. 31. Не добили пушкой. Ну такое тоже бывает. Так, значит, ставим здесь рифлменов, а здесь никого не ставим, он держится нормально. На юге все спокойно, все спокойно. Так, по кому бы стрельнуть? Давайте вот так, наверное, пальнем.
от Праги мы практически отбились. Отличный удар. 43. Давайте добьем. Отлично. Значит, здесь заказываем рифлменов. И здесь заказываем кого же? Рифлменов. Так, ведем войска в атаку. Так, не проверил. На юге все в порядке? Да. Они от Мюнхена отстали. У них, видимо, это не приоритетная цель в данный момент. Вот, блин. Так. Здесь город в безопасности. Давайте здесь тогда гренадеров закажем, пока есть бабки. Делаем удар по вражеской артиллерии. Да. Давайте, еще осталось всего ничего. Надо уже дотыкать оставшиеся ходы. Последний ход сейчас будет. Мы его с гордостью пройдем. Все, даже атаковать не буду. Нафиг. Нафиг надо. Они так ничего не захватят. Все. Офигеть. На 3 звезды прошли. Замечательно. Получилось. Вот, 3-я миссия, вот такая вот у нас получилась. Я всех благодарю за внимание, что были со мной, смотрели этот ролик. Если вам понравилось, то буду благодарен за лайки, не поскупитесь и подписывайтесь на канал. И всем спасибо, всем пока и удачи вам.